Типа вот White Fury, Хаку, Азерона. Ну да, да, нормально все. Заебись. Только еще это присыл тоже местом пытается. Каску нормально. Вот все. Шкос. Идите продок по центру. Скрепите свои сердца, и ваши души высияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Блять, погодите. Сейчас после этого пака не пульте. Че тебе там? Да я долбоёб. Я в Элене, блять, хилю. Я думаю, что за хуйня? Ой, ебать. Интересная тема. Ну как будем делать? Типа парол или просто бабки разделим? Пускай групп стоит дальше. Ну я за то, чтобы вообще делить. Ну нахуй тебе это лишняя хуйня, а ролл кидать. Не-не-не, я про то, что типа один чел продаст, потом деньги разошлет остальным. А. Ну давай. Давайте лучше так сделаем, типа. Типа все свои. Скиньте там, не знаю, кто продавать будет. Там на ауке, блядь, или долбится. Кисели скинь. Ему нахуй-то это надо сидеть продавать. В любом же есть какие-то герои аукциона здесь. Я не занимаюсь. Погнали, я снял. Го-го-го-го. Ты спекнулся? Да-да-да. Ладно, похуй, я посижу тогда. Да. Блять. Скучный сервер. У всех вылетел? Ну, да. Да. Это сервер лег или у меня? Ну, понял, кто подлагал и все. Подвисло Борнут, видишь, я написал? Я вижу, вижу. Я остальным отчетом. Что же думал? Да что это такое по 572? Чё? Я его нет. Интересно, сколько эти боишки уже стоят? Уже по ощущениям они что дешевые должны быть. Не, эта шея очень дорогая, навсегда дорогая. Интересно, почему? Ну, твинков все берут, чтобы не фармить нормально. Бля, может пойти в этом упор. Бля, я в упор там спеке пошел. Все, короче, глю, захиливай. Ты, блядь, опять своего холь. Блядь. Не-не-не-не-не, у меня тут охуенный билд. Ага. Наверное, вообще охуенный, да? Тут вообще, тут, блядь, разрывной билд. И по шмоты, и по талантам. Нормально вообще. Я вчера его опробовал. Казал весьма результативным. Так, алло, алло. Алло, алло, Борланд. Готов? Ой, рейди. Поехали. С малым туда. А рыбу, рыба есть. Поехали, поехали. Сейчас, блядь. Сейчас 5000 ДПС буду выдавать. 3, 2, 1, оп. Поехали. Короче, глю захиливаю. По возможности тут хилить почти нечего. А ты в ДД, нет? Я в этом, я в ДЦ, который, блядь, дамажит. Ну это не пейсер. Я ж ШПш на Т4 надел. Сижу с майтой хуярю. Все норм. Ну смотри, 5000 ДПС и так туда.
красиво, брата. Стараюсь. Шо, его... печка даже оперу закрыл, что? Да не, не, да блядь, пизду, мы там не хотим тратить. А чё так? Долго. Без Симпсонга невозможно. А чё, Синга нет? Ну он не смог сегодня, написал, что не может. Да, у меня завтра рейд мечты, блядь. Чуть выведу. Пологи. Профил я, короче, с этого, блядь, с великих и могучих экзальтов. Второго состава их? Да не, с первого, нахуй, ептать. Они же первые там, блядь. Так они состав разделили уже давно свой на три рейда. Я знаю, я понимаю, но все же, блядь, боевые. Да нет, там какие-то... Я видел, Батош зашел на стрим, они там лану травят. У них какой-то чел тени с миллизона не выносит. Блядь, это пиздец, они в принципе составом, блядь, даже ланотель не убили, блядь. Так, вот сейчас нужно сильный на пол базы, давайте, давайте. Доля там не есть, только. Блядь, Борланд. Что такое? Ёбаный рот, тебе больно. Я, блядь, сижу нахуй в шпшном Т4. Дисполдайте. Чё, два одновременно? Мускулы, кровь, что пульсирует. Я пускил. Чё? Два паука. Там можно с боссом нахуй одновременно. А то скучно. Я себе скучно, меня шотнуло, блять. Ну там выходить надо просто, блять, молодой человек. Мрачный итог. Что это? Ехи. Так, отведи, пожалуйста. Угу. Батю, блять, потеть заставляете. Ты ж хочешь за полтора часа пить? Ну это правда. Печки похуй, печка, выйди нахуй. Понял. Печка, обойди пизга, погоди, блядь. Он в муте. Похавать 10 секунд. Пузан. Так, го-го-го, блин. Все, вроде все. Угу. Давай, отчетик. А нахуй отчет? Да все, пошли, 3, 2, 1. Блядь, просто блядь. Я шабур стани в босса, я дал оста. Там этот, хиллсайд мобов напулит. Он не слышит. Печка и доля не в дискорд. В трэш можешь сыграть, парни. Че, не надо бить трэш? Надо бить еще. Пида не надо. А скинь Геро, пожалуйста. Ладно, на пулик кидайте. Блять, мана закончилась, кстати. Синюю джагу, подойди в мили, подойди. Подойдите сюда, все, чтобы... Егим какой.
На лифт сразу подойдись. Вообще нужен какой-то лут. Да нет. Зайди. Нормально, кстати, сколько я там? 4000 ДПС выдал. Бля, у меня... Почему у меня ДТС показывает, что я ШП? От нас ушел к вам, блядь, этот. Да, блядь. Слякать, вот сейчас не надо лить трэш. Вот сюда, с краешку, блядь, аккуратненько пробегаем. Вот тут, вот, блядь, пожалуйста. Силоветки ушел? Да, да, ну, к вам. Не знаю. Нормальный чё был? А хуй знаю, но он у нас ни в одном рейде не был, блядь. Ну, он так и написал, что, типа, не хочет на замене сидеть. Да, ему сказали, типа, да что... Да не, он не очень сильно. Видно, что он мало, это, неуверенный в себе. Ну я говорю, по сравнению с колбасой и теодой, конечно, даже с мафией колбасой это не возьмем. Бля, ну скажите мне, что чел на печке сейчас не лутанул бой от мобов. Так, печка не в диссе, кстати. Я не лутанул. Не лутанул, ой, ладно. С краешку, пожалуйста, отбегаем вот здесь вот. С краю. Баба не пыльнуть. И все, и красиво. О, бля, не знаю. А там полетать хочет. Я хочу. Не полетать, а в пушках поймал. А, ну го я в пушке посижу первый раз, похуй. Я хочу посмотреть, что это такое. Все, глюпахиль. Да давай вместе на пушке, нормально. Остальные все туда полетим. Реслина, слякать здесь по бутику. Давай, заводи. А, блядь, я... Там же нельзя, там же только РЛ, да? Полный целка. А кто вторую пушку-то? А кто второй? Не, ну я в одной. Я сяду. Не, могу я тоже сесть. Ебать, там Хаку забрался, кстати. Серка сидит. А ты оттуда вообще выпрыгнешь? Ебать, ты паркурист там, конечно. Фриак. Ну ты там это, не сдох. Кстати, тут, насколько я помню, можно даже без этого, без малого. Что там делать? Единичку жать на 92-ечку? Единичка и 90, да. И всё? Да. Хуйня какая-то. Стелла, ещё станем здесь, вот и хиль, и нас, и там, и тут на этом камне. Хоть сюда стань, пожалуйста. Как же печки похуй. Как же печки похуй? Ой. Страшно. Меня заморозило. Какая жалость. Фул просто есть? Да. Да, мы Мурадина разобьем, слышишь? Вообще? Просто так. Сколько вы раз вчера вайпнулись на груле, кстати, я чуть не... Ноль. С первого убили. Хуя себе, блядь. Вторым рейдом. Мы на королях вайпнулись раза два или три. Я видел. Челу просто непонятно, что у него... Если КС-очку повесить до начала каста, чтобы она фул висела тайм, и доли секунды не проебалась, то мобы просто исчезают, а жертвоприношение дамажит он что-то ноль. Ты от руля видел на Савера заебал? Я не видел, правда, не видел. А если до сотки доведут, что будет? Что?
Ну, если до сопки доведу. Скинется этот. Скинется энергия, и ты не сможешь двойку. Ну, типа перегрев, понял? Короче, проебешь. Я его нормально раздаю. Чисто ебал этому кораблю разбиваю. Полученный урон врагом. Где то еще посмотреть можно? Как называется? Усмиритель небес, да? Подожди, блядь. Чуть я не понял, блядь. Все равно. Мне кто-то пишет салют, хочу купить тапки с Мороза ХМ на РПБ Мастер. Но они, кстати, мне нужны. Очень. Это вы что, хотите сказать, что вы уже добиваете, что ли? Корабль вроде, да, корабль откисает. Победа Орды. Великая победа Орды. Пам-парам. Я там. Паяшич, топчик. Топор. Топчик топор, не? О, плащ имба ниже. Заводи, блин. Так, это танк, спектр. Шестьдесят тысяч? Хуя. Что 60 тысяч? За 60 тысяч ботинки хочет купить. Можем продать. Хуя. По 6 тысяч на брата. Это дохуя. Это дохуя. Почти по 7. В смысле, за 60 штук он сказал? Да. Ну, 60 на 10, это по 6. А, ну на 10, да, ладно, мы что. Ну, так там же два ботинка, типа, 120, то есть. За ботинок. Понял. Ну, это, кстати, дохуя. Не, ну это ты, блядь, зарофлил с него, мне кажется. Дохуя, прям реально. Дайте там, пожалуйста, не знаю, лапку, например, что ли. Я все по фултайм. Ты умеешь? О, кстати, что мой баф спали? Почему мой баф спали? Я кто-то задиспелил? Ну, ладно. Вот не знаю, вот мне есть смысл дотки кидать? Или фул покой. А ты босса не хочешь забирать, да, на шлек? Таунт, сделай, пожалуйста, таунт сейчас. Слякать. Таунти, плиз. Он тут? Алло. Парни. Алло. Я не знаю. Алло. Слякать. Че у тебя? Раза таунт. Алло. Алло. Ты лагаешь? У меня вылез. Понял. Ну, похоже, ничего страшного.
Если бы один, блядь, молодой человек на сове, нахуй, стал, блядь, с другой стороны, чтобы можно было, блядь, спокойно, нахуй, там этих мобов не разворачивая боссы, то я бы был бы признателен. Но нахуй надо, это делать. Но этого уже не будет. Просто у нас тоже стоит, а там, блядь, лок один, нахуй, гениальный, блядь. Тоже делает точно так же, как сова, блядь, пампит по мобам, но, блядь, потом разворачиваешься и, как бы, что? Что-то не понял, зачем я сделал так? Блять. Не умотайте, пускай так зайдет. Что-то у меня этот... Что-то DPS слабо. Не умотайте, я пока быстренько сбегаю, сейчас открою и тэпну сюда. Да еще нормально стоять, а там 500 в очереди. Тебе в криту надо. Какой ты в очереди? 500-й. Че, реально очередь такая здоровая? 600 человек в очереди. А ёб твою мать. Че, перекур 20 минут? А как я зашел, блядь, без очереди? Год расчистить, потому что у тебя воялка, скорее всего, большая. У меня только 15-е. 17. У тебя Форбс открыт? Нет. А подожди, а чё там за шмот выпал? Блять. Там покинешь. Бля, брат, жена попросил меня открывать, нахуй, типа... Нахуй открыть? Кто открыл, блять? Нахуй, ну что это, блять? Кто открыл, алё? Спасибо, брат, жена. Да, через 5 минут. Чё, открылся портал? Да чё у нас за перекур? Да, открыл, блять. Ладно, похуй. Чё этот, ну, этот, блядь, в очереди чел от КИС. Чилит. Да. А кто плащ выиграл, кстати, тот? Не знаю. Там плащ был супер пиздатый просто. Квест. Слягать не забудь, потом квест везде. Такой охуенный плащ был. Чё, чистим или курим? Мы очень хотим. Чистим, чистим, куда? Помните мне больше не ходить в рейд с чуваками, которые не в Дискорде, хорошо? Да-да, хуй знает, хуйня какой-то страдает, блядь, что-то выёбывается. Тоже раздражает эта хуета, блядь. Типа попросили не лутать, там чели кофнулся, я, блядь, полетел в другое место, блядь. Типа, блядь. Челики курят там, блядь, трэш чистит. Бля, Азерон, ты где? Да я бежал сквозь эту хуйню, сквозь эти, блядь. Я открыл портал, блядь, братик, ну что? Так чё открыл, я зашёл-то уже внутрь, как я обратно-то вернусь? Блять, я слизнюк. Спальник, пожалуйста. Спальник, пожалуйста, Реслин. Ты единственный, кто может. Блять, кто плащ-то забрал? А парни, блядь. Блять, доля забрал. А печка что-нибудь здесь? Зови всех здесь, Азерон, пожалуйста. Напиши им все заходим здесь и пошли нормально, реально пройдем за час эту поэту. Нежели сейчас будем и так, чего вылетает у него проблемы, еще они, блядь, хуйней страдают. Они тоже были часы, но просто не хотел сбивайпаться вот так вот на трэше. Зачем тут часы, блядь? Нормально договорились пройти, блядь, все, быстро заходим, без хуйни проносим, потом своим делами занимаемся. Где спал? Как надо было? Да в хила именно нормально успехнусь. Угу. Называется похуйня, блядь.
А почему у нас бегает там печка, блядь, его никто не спит? Я решил жопу Мирику спасти. Чекался нормально. Еще шмоток. Все, да. Не маны его это. Да, нормально, он перенесет сейчас. Еще один сейчас нажму. Так, ловушки будем дефузить? Да, не-не-не, сейчас же дефуз бегает, я же. Зачем? Драгоценный рэп. Рэп. Давайте лёг сначала. Нам вообще надо ссылка на фул? Я вообще костик сделал бы, да и все. Так, ок. Типа, может, нам и не надо? Ну, у кого-то квест, это еще не квест, а эти. Вообще за удашкой можно сбегать, нормально, тут удай вообще хорошо дают. Типа там какую-то вот ДС-очку в этом подформить. Блять, а я квест не взял. Здорово, Доля. Я прям очень нужен. Не знаю. Там улетел чел, попросили не лутать, кто-то пошел лутнул, либо ты, либо печка, как бы, блядь. А, стояла фука в дрочке. Ну, не ты. Да, реслин открыл. Значит, реслин. Блять, ну от меня, сука, ну типа две хуйни агрить, это вообще пиздец. Вы сейчас киснете в нулину. Нажми что-нибудь, блять, не знал. По реслинчику забрал босса. Чуть-чуть. Под 50-кой. Пиздец ебёт. Блять, мне мобы хуя. Ага, буквально 10 секунд. Стул не заставляйте, блять, работать на ебаном, блять, с вонючкой. Я почти 10 тысяч хпс, а так. Это, блять, значит, что вы не заставили работать. Что, мне это не нравится. Сбегай там, кто там не взял квест, воет или кто? Там хоть шарнуть можно. Не, его не знаю, шарнуть. Мне его шарнули, значит, можно. Не-не-не, тебе его не шарнули, а тебе его когда, ну, зашли, взяли, тогда и тебе тоже. Ты не можешь так шарнуть. Ну и, пожалуйста, я же с его справа забрать. Убедини, пожалуйста, с той стороны сразу этого чумного. Пошли на тухло. Понял, блять, побежал. Сейчас. Отсюда раздефизил, не? Чакать, какой там рейд? Как называется дебаф? Направленное. Как чё, как называется?
Иди, иди сбегай, возьми. Че, мы будем чистить или без него? Или я просто гроб, а он же не этот. Будем его ждать? Будем ждать, конечно. А ты с той стороны мы зачистили? Да. Зачем? Этот, слякоть, какой ты там? Еще раз. Не услышал. Слякать, браза. Да, да, тут. Какой ты там? 400. 400? Чего? Там, там на сотку всего сместилось за это время? Я этот вот, ну тебе же квест только надо, правильно? Или да, по сути. Сотки вообще с этого, с тухлого и гнило? Нет. Ну давай мы без тебя тухлого и гнило убьем, квест без тебя не будем сдавать, и мы подождем тебя. Хорошо. Окей, все. Или нет, нет, голод же просто в другой квартал, похуй. Типа в пизду, нахуй нам идти потом, ну что-то вайпаться еще рандомно. В смысле рандомно вайпаться, иди. Ну если мы рандомно вайпнемся, то, ну, квест. В смысле, мы два квеста сделаем, пойдем будем стоять, ждать пацана, ну? Так в чем смысл, можем пойти сейчас квартал какой-нибудь зачистить. Ого. Ну год это на Валитрию, типа прохилим Валитрию, сходим в Синдру, там трэш уебем, да и... Совет. Самая нормальная тема. Го, Валька-то. Ещё дайте релог припишу. Навали три парня, не знаю, короче. Что-то мне будет больно, наверное. Где? Или... Или не на лан. Еще дарнованчика надо сделать. Успех. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. А чего вокзал тогда в ТВ? Да ну они какие-то слабые, я посмотрел, они, блядь, на Лонотели вторым состав, вторым, блядь. То есть даже не третьим, не четвертым, не пятым, блядь, вторым. Скули, конечно, нет? Слабые, когда у них читеров банят, нахуй. Петухов. Прям совсем слабо, блядь, я что-то посмотрел. Если что, Няшер, это не из экзалт. Читер. Он был в экзалт. Но его и попёр за то, что он не ДПСил в экзальтах, а потом начал ДПС. Ну, читы когда скачал. Какие-то реально слабые, типа, прям я посмотрел, они... Первый день они очень плохую игру показывают. То есть они на Синдрагосе, извините, у меня 32 вайпа, и то из них, получается, там, ну ладно, 15 было, типа, первый день там на лагах, вся хуйня. Но у них чуваки просто умирали от этих... Причём не у этот, не выкинутые, а просто, типа, их потом ещё бэрили, блядь, типа, то есть, ну... Войт, а сколько у тебя тенков? Блять. 5 персов. А, когда-то хотя бы нужно дамажить. А тебе это зачем? Ну, просто интересно. Блять. Как говорила моя бабушка, интерес, интерес через гору перелез. Еще вопрос. А, бабушка еще жива? Вот он. Блять, маразы. Войт, может быть. Тебе что-то не нравится? Да я его не бью, ты его забери. Я за таунт его, базик. Видит бьет, таунт был точка была. Тебе что-то не нравится? Да не, просто так обсуждаешь чела, который читом надамажил. А-а-а. Он и без него так же дам. Ты защищаешь людей, которые юзают читы в ММО? Нет, я просто... Я ты хуй знаю. Ты... Ну а нахуя ты разговоры тут начинаешь? Просто я думал сагриться на тебя. Да ничего, просто рофла челик с 5 аккаунтами и ни один из один них аккаунт, качественный. Один аккаунт. Мне похуй, что ты думаешь. Ну, ладно. Ну еще на. Парни, успокойтесь. Желакс, ну. Хай дамажит читами. Один хуй, он слабый, типа, блядь. Что толку дают читы? Он не дают читы нихуя вообще. Не, ну вообще на стурке... Нет, там же скидывали на форум, типа он за одно ГКД нажимает 3 скилла. Ты понимаешь, что дали 30-ку, ну а толку, блядь. Дело-то не в ДПСе, дело в том, что на арене такую хуйню тоже юзали вары. Когда ты, типа, удар героя... Блядь, пожалуйста. Блять, реслинчик, нахуй ты крутишь это?
Ну, чел еще не напулили, вы уже влетаете. Я не понимаю вас, это нечто просто. Тебя ебет, я солохи высочу. Я понимаю. Да по большому даже на ПВЕ похуй, типа, ну, не дамажит, захотел подамажить, скачал читы, но еще эту хуйню на арене юзают, типа, и кто это проверяет? И Костелло напомнит. Он умер и встал. Ладно, блядь. Ну, блядь, я не знаю, я кидаю в тебя флешки как могу, я, блядь, не могу их сильнее кидать. Я, конечно, сам стараюсь по ним сильнее тыкать. Бля, кстати, дал авторефлект, это вообще, сука, такие уёбки, это пиздец. Там вообще, я не помню, я там против какого-то Ирода играл, он там вообще в 0-1 какую-то кнопку давал. В меня, бля, не помню, кто это был. Помню, вар был, там кто-то ещё. Там, возможно, тоже в рефлексе делал. 4 с любой аналогией. Получается, сколько они дали, ещё раз напомню? 18.5. Ой, на вонючих армсах, бля. Не на фуре, как на армс. Ну, Гоминя говорил про эту хуйню. Ну, то, что все другие, что у нас Данзаки, что у них другой армс, дали по 14.5. Эти 18 дают. Ну, может, у них випка плюс, может, и мастерию кидали. Да как это хуйня? Серии закинет, а 4. Флага КД дается 4 с пла вместо 2, понимаешь? Не, ну я понял. Говорили. Чё, печка? Да, хуй забил. И там реально, ну, типа, даже Гомель говорил, типа, я сидел, смотрел. Нет, как это не здорово. Ну, так же и на арене на циркуле рейтинг брали, там, бичи. Типа, чё, я не нужен. А, потому что, ебать, ты у меня, блядь, не этот вот, не про... Я понял, блядь. Типа, имени нету. Видимо, я понял. Билот написал. Бля, на получение сведения о предмете, парни. Сори, брази. Да, это бывает такая хуйня. Возьмите, пожалуйста, кто-то кроме меня. Я нету. Я не знаю, где он. А я нету дома, что ли? Кого, бля? А зачем она себя? Я один? Он по телефону разговаривает? Наверное. Что? Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя серебряного авангарда. Впереди вас ждет много опасностей. Гасталыч, похилишь? А колечко это у тебя? Мне кажется, или Гастал нет кольца? Или это у меня выпустил? Есть кольцо. Можно резину попало. Ну, как Варя, кстати. Чем? Да просто игру похилит и все. Ну давай, я-то в портал был. Ну, полетаю. А может вместе в портал? Чем? Да можно и резину. Лучше резину попало, мистер. Ну, вдвоем скоплетает и все. Ну, понятно, что вдвоем, я имею в виду, что типа тоже хопа он спекает. Я пока не могу прочитать это заклинание. Могу делать чивки уже, слышите, парни, на десяточку? Чего? Ачивочки делать на десятку. А, или... Надо бы потом. Так, чё, а если на один пойдет? Тоже лети с ним. Ладно. Го-го-го. Это же... А, это же слава рейдеру, это... Это в гере же делается. Ну, вновь делается. Вот, все делается, кроме... Просто босса убить, типа. А, наверное. Слушай, нам сделалось уже? А, нет, полный дом не сделался. Где, блин? Ну, полный дом в Хэйме только сделался. Чужаки ворвались во внутренние покои.
Чего-то посмотрим. Что там вообще надо? Тимир, наверное, выйду. Да не спал, кому дальше. Я ж куда-то убежал. Полный дом-то. Ой, да, сори. Не, ну полный дом это же тоже в обычке делается. Нет, это хрень делает. Там... А, типа 5 видов, потому что они только в Гере есть какой-то вид. Выходит, типа, моб, и он не превращается, типа. В тот же момент убиваешь, и он, типа, считается последним видом. А так, если типа в обычке делает, то он может превратиться, типа. Летчики. Летчики, летите, а реслинчик. Реслин, браза, вон вратальчик слева, смотри, бля. Во-во-во, ну не похуй, да? Похуй, браза, правильно. Так он не знает, что делать, как раз. Надо было ему объяснить хотя бы. Браза тут никак. А вы сегодня, типа, с утра ходили в ВК, да? А вчера ходили вот. Вот цитадель. Думаю, твинками его как-то. Ну, а цитадель-то закрыли все. Цинами нет. Что? Да. Синдра. В жопу синдра после непобедимый босс. Бывает, браза, бывает. Ну так. Что думал? А что там по очереди? 30-й. Нормально. Тут не торопи, заходи тогда, подожди, сейчас мы босса убьем, чтобы тебя не выкинуло Долран. Охот на тебе. Как сундук не открывать? Куда видели там сундук? А босс какой-то челик еще после профа просто ливнул. Скажите, когда зайти. Сколько стайлов? Просто как убью. Да у меня, блядь, спали уже нахуй. Не понял, блин. А реслинчик на 22, наверное. Дай гимн на хп. Я прокилю его сразу. Ну, вроде да, да. Ну, не прокилят, это подавитель, убейте его. А что будет после целка? Целка. Зуламан должен быть. Ну да, РС, Зуламан. Да, РС. Зуламан и РС. Ну бля, ван, на Зуламанчик-то надо жестко, жестко, блядь. Ничего, я топор с леча забрал уже. Да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А он же ж не нужен, нет? Там арп не добиваешь, нет? Ну, не добиваешь. 271 пушка у моей хрени. Заебись, да, 26, хорошо. Не открывайте, не открывайте, не открывайте, не открывайте, не открывайте. Дайте печку, пожалуйста, гроб. Печка, блять, алло. А, блять, слякоть, сделай портальчик к этому, к... А, ладно, похуй, давай. Сумонтис, сумонтис. Кем мы сейчас Синдрагоса убьем, типа он тэпнется, да, возьмем. Я об этом же подумал. Испеки сразу в танк. А, утоните. Он здесь? Нет? Не здесь. Нет, еще нет, еще нет. Дорабоеб на печь. А вы сумоните или? Ну да, мы идем сумон. А, я лагаю, сейчас разлагаю.
стринки не падают, чё. На каких боссах можно в целка подамажить? Нахиля? Гнилой. Ты можешь спикнуться на гнилого вообще. Не пейся. Я тут. Сманули? Давай за mm-hmm. Бля, ля пушка, ля. Бля, 72 косаря ОД. Как вы думаете, сколько, о чем будет ДДС-очки? Ты не сможешь это продать, во-первых. ДДС. Потому что все пойдут за ОД, их купят и будут на ауке сидеть долбиться, переставлять их 24 на 7. Вы шмот подобрали? Да. А что там упало, кстати? Ты пьяный, что ли? Пушка и что-то еще. А и кольчужные кисти. Доля. Доля, доля. Что? У тебя плащ. Он точно нужен? Да, да, это белый. Я хочу плащ. Быть сильным. Я очень сильным хочу быть. Не, ноль шансов, это мой трансмол. Рюк, а еще где? Печка где? Не, ну если Доль ты прям где? Очень сильно. Если ты его наденешь, то я дам, конечно. Доль, ты где? И печка вышла из. Я вниз спускаюсь. Падай. Я поймаю. Я жду на вес. Блять, меня опять пьет. Я на вес. Печки вот пока как раз дойдет. Я наверх. Го. Почему наверх? Кто? Потому что у меня пед остался на воздухе, вон висит, видишь, сверху. Да похуй, ну перезови его, не? Я не могу его прогнать, пока он сверху. А, она зависла вообще. Ты если сойдешь с этого, ты, блядь, можешь его перезагнать, но... Я не могу его, блядь, прогнать, пока я не вижу его. А ты бы, блядь, перешел вот сюда на пол, он сюда бы, блядь, и слез. Ну чел, ну... Он не падает, я уже пробовал 25. Раза. Раза. Никита, если ты будешь именно надевать этот плащ, то я тебе дам. Если на транс тоже как и мне, то нет. А надевать его на что-то некуда. Доль, там силовой плащ. Ты реально думаешь, что я буду его надевать прям сейчас? Не-не, там беленький транс, ну, блядь, камон. Ну, транс вообще хороший, красивый такой, да? Да. Я бы, может, под него сделал бы что-нибудь. Сейчас, сейчас. Какой он где, блядь? Я зеро он где. Ну что, где? Ну я, мы же Долю ждем, пока он спустится. Так Долю тут это? Включил. А, ну год тогда. А печка? Ох, он бежит, блядь, 3 года еще. Хаку, хаку, го. Да не идем в ту комнату, я стану здесь находишь. Бой сюда зуб. Комнатку встаньте, я тут стану. А, Найс, они, кстати, собираются в один фрейм. Скриптованные. Доль, не гони еще раз, проще. Боже, он сочный. Плащ супер сочный, да. Жаль, не твой. Ладно, ничего страшного, когда-нибудь я выберу. Чё? Трансмут. На ретрика. Этот пылить, кстати, штуку. Дальше раз пылить. Я нажал ролить. Угу. Фрик. Я нет. Ты да. О, сейчас будет самая легендарная Синдрагоса.
Блядь, если ты танчишь щелом, который, блядь, пиздит у танков шмот, нахуй. Мы с законом добазарились, типа, кто что берет, нахуй. А этот чел говорит, мне похуй, я ни с кем договариваться не буду, типа, и пиздит шмотки, нахуй. Кто? Чел, который завтра будет танчить. Кто? Баня. Это второй рейд, да, у вас? Да. В плане того, что он ставит ЕБшку или что? Вы же там в плане того, что типа, мы с законом добазарились, типа, мол, я лутаю клык, тапки, а он, типа, пускай берет все остальное, ну, то есть, типа, чтобы по соточке ЕП забрать. Алло, меня слышно? А этот хуй, типа, да. Говорит, да. Не похуй, у вас было, да типа, возможно, у меня брать, не клык, я буду, блядь, типа, ставить ЕП за... Я 700-й в очереди стою. Ну, то есть, челу похуй, типа, на остальных он... 700-й? 700-й. Блядь, я не знаю, мне, наверное, уже не надо. Возьмите там кого-то. Доберите. Сейчас опять вылетит. А я могу добрать это? Киньте зарплату на Сирус и играйте с кайфом. А сколько, подожди, а сколько надо випка, чтобы не... Чтобы не... Вроде с третьей уже нет ничего. С третьей? Да. А, бля, я шо? А, бля, а шо, подожди, шо это? Так у меня, ну, так не работает. У тебя же вообще никакой випки нет? Да не работает випка, ну, у нас чел с шестой випкой, но заходит в очередь. Я ни разу в очереди не стоял, у меня вообще все заебись. Блядь, а что это за хуйня? У нас за новый ивент запустился? Да, конечно, есть одно предпочтение, блядь. Есть одно предположение, почему ты стоишь в очереди, но... Но хаку не стоит, значит, ну, неправильно. Ты имеешь расизм хочешь приплести, блядь? Блядь, у нас ивент перезапустился, чем мы стоим? Не перезапустился. Да, кстати, походу перезапустился. Потому что печка, долбоёб, пробежал. О, бля, нам печка постоянно играет, вот сына. Так о чём, мы фармим боя? Кого-то брать будем на замену, да? Добери квест, меня кого-то, да и все. Добери, да, квест нас не сделал, так что в любой пойдет, мне кажется. Одетый. А мы в девятером не сможем? А нахуя? Ну а нахуй нам десятый дрочок, пуг. Сказал, я сейчас спрошу, типа. И серии напиши, мы же разлагаем. Ну, скорее всего, в лоле сейчас иди. Я даже точно проверил. Че, зальем дракончик? Да? Да я только сразу зубы по нему. Че ты говоришь? Да не, я хочу как это, типа, уньк. Чтоб он еще. Не, ну если он их в один таргет нормально за это соединяет, они его шотнуть могут. Да, сейчас. Кто зайдет? ШП ангел. Не знаю мы такого. Войс пойдет? Можно, да. Пожалуйста, на трапу! Блять, какая трапа она? Да уже похуй! Уже 0 ДПС. Трапу, блядь, оставь. Ну ты просто так бежал уверенно, я думал, ты тут будешь танковать. Да нет. Изи, парни. Истерии, конечно, закинута прям вот именно. Да, и так как нужно, парня. Вот надеюсь, ты так же Люмиксу. Надеюсь, ты Люмиксу так же кидаешь истерию, и он тебя гнобит пиздец как. Не, у тебя всегда такая привычка, ты забиваешь и потом кидаешь. Ты не кидай тогда. Она откт-шилась только. Ладно. Давал их на трэш у него, блядь. Ладно. Поэтому я кинул, блядь. Если ты не кидаешь в начале боя, лучше не кидай никогда, да. Блядь. Это АФКГ, ну, как вот эти вот челы, которые истерии мне дают, блядь, на перебежке на лече, блядь. Как раз таки начинается перефаза, мне истерии влетает. Спасибо, попасть.
Надо написать привет игрок R2 гильдии. Или игрок R2 гильдии. Я пишу. Что? Привет игрок R2 гильдии. И еще привет игрок гильдии читеров. Кто читер, парни? Парни, кто читер, блядь? Борун. Борун, ты читер, блядь, понимаешь, блядь? Если ему нужен? Такие, нахуй, в ММО-РПГ. Притягивай его. А чё ты его не это, не хукаешь? Я грипп, хочешь. Грипп ему пох вообще на грипп. Это вот десятку он гриппается, блядь. Я гриппу его, чел, блядь, ты чё, глухо, что ли? Ладно, блядь. Я сегодня тоже грипп. У нас, блядь, ДКшник, блядь, гриппает, нахуй, ты не можешь, блядь, ну боже. Ой, неплохо стало, блядь, парни. Зачем он в перекапе метр стегоняет? А, у него не перекап. Почему он без тебя распакается? На грипп. Не гриппается, в КД. КД кнопка, нахуй. А чё у тебя на в КД? Потому что я его гриппнул, блядь, и он все равно ему похуй налетел. Зерона, хочешь такой же, такую же дробяшку, как у него? Гриппа забрав. Да я много чего хочу, как у него. Там не только в дробяшке дело. Оно не падает, типа. Потому что помогаешь. Он такой шипешечка. Всегда есть. Ну, это типа бисовый. Ну да, например. Ну только пояс бы поменял. Поскрить можно здесь. И все. Типа. Окей, колечко можно 260 взять. Ну все, не бис получается. Ладно. Две шмотки не хватает до биса. Зачем тебе колечко 260? Сейчас же два кольца броковых. Ну, это чел, видишь, он с этим, он с 45-м. Хаскарит. Не броковым. Не знаю, правда, зачем. Ну, наверное, в этом есть смысл. Нет, блядь, чё. А, в смысле это надо, что он этот хастынешь? Там же, получается, меткость клеить, по-моему, на том, на островном. Хаст меткость там. А, ну, может, как-то не знаю. Я не знаю, что. Ну, типа, возможно, у него нету оффхенда нормального. Ну, у Фэнта у меня, например, скилл Данос, а там хаскрит. Ладно, вы там побежали, как дела, печка там? Печка похуй, да, он? Ну ладно. Да тут всем похуй, чё-то. Ладно, ладно, ещё бы базы, нахуй, что вам сказать. Печка вообще под пивас там, нахуй. Ладно. Ну, блядь, напиши ему, Азерон, чтобы он включил время. Чё я ему должен писать? Ну хуй знает. Здравствуйте. Дронг. Привет. Арисин спекается в том. Сколько же ты смешной ролл? Он колонки включить не может, блядь. Ладно, нахуй, ебать. Вот спасибо, блядь, хотя бы слушай нас. Дай игру, пожалуйста. Хавать. Реслин, там танк прилетел, блядь. А что ты думаешь, это кольцо 45-е лучше, чем проковое? Или просто тестишь? Просто похуй, знаешь, такой похуй. Клоун тебе даже не отвечает. Жалко. Значит, никому не нужен. По-моему, шипы не люди? Я не шипа. А, для АТДЦ точно с чем? Буба. Газиан не повезло. У нас шипы нафиг. Ну, дубав не только. Реслинич, дай фростезист. А лучше гестелла, поставь фростезист под босса, а Реслин дай. Ты дашь мне истерию, пожалуйста? Я дам истерию по Яше. Так он не может бить на этом боссе. Может бить на этом боссе, Яша. Яш, не бей, пожалуйста. Все, ready? А, рыбу, вы сядьте рыбу хавать? Мы не прохилим. Ready?
Супер. Дай фейна, пожалуйста. Никто не уцелеет. Что-то близко друг к другу их поставили, я и... Да нет. Да я шучу. Праздники, пожалуйста. Ловлю, парня, ловлю. Можно с тобой? Да. Че играешь? С тобой можно в следующий раз поймать? Оно выглядит очень сочно, кстати. Он на двух хилах. Да заебала эта тема уже. Ну вы там это, не бейте, короче. Чуть меньше ешь, давай. Все кушанье. Кстати, можешь не убегать, сейчас я дам на понт. Все нажмешь. Дай щиток, я вспомнил на притяжке. Я дам айсбаунд. Ну понял. На притяжке, в смысле, ты потом бегать не будешь или чё? Вроде похуй. Кстати, 25-ка работает, я ж. Да я знаю, давно знаю, что работает. Просто нахуй надо. Да не, в принципе, если ты будешь мне это говорить, я могу там каждый раз закидывать. Да, если. Нет, в принципе, наверное, ничего, блядь. Кстати, ты спрашивал там про Синдрагоса, вот я в одного кидаю молитву, в другого исповедь заряжаю. Видишь, оба фуловые стоят внутри. Не разбейте. Бля! Чё, фрики? Прохилёны. Ой, бля, парни, это пиздец. Алло, чё? Вы серьёзно? Чё делаете? Парни, ну что вы, блядь, что с вами? Адекватно? Есть, пожалуйста... Доля, наверное. Да нет, доля. Шалена. Доля больше даст. Есть не доля. Ладно. Чё, можно долю нахуй и отъебать за это или что? Что он, блядь, сидит на рофле, блядь, играет. Заебал, блядь. Ну а чё, блядь, даже, смотри, я вот даже, блядь, я блядь, даже, блядь. Давайте убьём хотя бы с этого трассы, всё, хватит. Давайте потом. Ты можешь автоатакой их бить, блядь, и не ложить под них скиллы? Яша, помолчи, пожалуйста. Я ни один спел не нажал, у меня трапа прохнула 104. Ну давайте не вайпнемся, блядь, ребята, нахуй. Заём. Синдра тяжелый босс, так-то. Молчите нахуй, ёб твою мать. Каждый пукой силит. Так. Давай, Гер. Гер, давай. Стелла, дай, пожалуйста. У нас освобожден, как видимо, был. Жочка. Отойдите от него, пацан. Скиньте стаки. Все забегите, скиньте. Два хила освобожден. Следующего этот. Убивайте, убивайте. Рисуйте, забеги, вот уже. Похилите его. Блять, ну надо же в ромбик, чел, в ромб надо. Спрячьте за него, пожалуйста.
Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Выбейте реслину. И запоминай реслинчик. Убивайте долю. Долю убивайте уже прям. Кастеры сыграйте, пожалуйста. У вас нету, блядь, ни одного мира. Кстелла этот. Гром. Очень гром. Дерис. Убейте, пожалуйста, здесь. Пожалуйста. Сюда вас убивай. Печка, печка, кружочек, печка. Сыграйте по печке, выбейте печку прям сейчас, и в ромбик следующую занесите, потом дадим босс. Метка холстайда, дай ему зубки. Сыграй, наверное. Ну, наверное. А, да? Не знаю. Готовьтесь бежать, что могу сказать. Похилить же, блядь, зашелдовать не можем, чела. Так, ну, типа, ладно. Занесите следующую в ром, пожалуйста, ангел, забеги в ром. В ром, забеги. На сокру или каплю ему. Чеса сброшу и заберу. Все, разбивайте ангела и добивайте босс. Следующие остальные выносите. Беги, рис. Все, добивайте босс. Следующий просто в край зерона вынес. Хильте до того. Бей. Йо, килл пан никак, в принципе. Ну типа ладно, окей, я немного не... Ну там да, это сколько ему там прилетело-то? У него... У него 6 атаков было, хера. Ну 6 это мало. Реснись, я хочу посмотреть, как это выглядит. Мне интересно, почему, блядь, когда умирал Ешелен, к нему не прилетело ни одного хила просто. Ни Глю нахуй не похилил, ни ты, блядь, Шелда, ни кто, там. Кто просто... там умер? Просто разбейте, стоит, разбейте. Хули стоите. Про что? Блять, на взлетке, когда вторая падает. Чего на взлетке я других поднял. Я пытался засчитывать, чтобы наоборот не сдохнуть. Там 5 человек получило. Ну ты реально считаешь, что я успею за 2,5 секунды захитить пятерых? Как получилось так, что сдохли одновременно две, блять. Не одна там, где доля что-то прокнула, а две. Сейчас какой квартал? И после 6 секунд прилетело на хила. Квест пойдем сделать. Хиллсайда, собственно, то же самое. Типа, парни, ну, блядь. Квест такой возьмите. Возьмите квест. Мы брали, кроме ангела. Он сам возьмет. Взял. Взял?